Это мой младший брат. Помог бы закончить. Я научил его всему, что он знает. Ты не понял, чем закончится бой? Бам! Я все еще тренирую его. Давай, давай, давай! Paramount, Relativity Media, Mandeville Films. Я выиграю бой и начну много зарабатывать. И тогда ты сможешь подольше оставаться у меня. Удачи, папуль! Не обращай внимания, Кейси. Пока, милая. Фильм основан на невероятных, но реальных событиях. Ты кладешь асфальт, да? Да, а еще я боксер. Говорят, ты проходной соперник. Была у меня пара тяжелых боев, но в следующем я покажу себя. Да, его он тоже проиграет. Так что поищи себе другого. Эй! Не оскорбляй ее. Микки Уор, 31 год. Участвует в боях, потому что ему нужны деньги. Смотри, какой громила. На 20 фунтов тяжелее меня, Дики. Не будешь драться, забудь про деньги. Я ухожу, Шарлин. Хватит с меня боев. Мне это больше не нужно. Жаль, что ты так легко позволяешь им сделать это. Мне так стыдно. Я всем сказал, что выиграю этот бой. Я устал всех разочаровывать. Этой зимой. Послушай, Мик, у тебя сильный боевой дух. Ты очень талантливый боец. Я хочу дать тебе шанс, пока не поздно. Попробуй еще раз. А как же мой брат? Он научил меня всему. Я не справлюсь без него. Но от него одни неприятности. Дики, быстро на землю! Давай! Я это сделал ради тебя. Ради меня? Вот это? Больше ничего ради меня не делай, ладно? За каждую мечту. Готов бороться за титул? Ты уже не проходной соперник. Он тебя использует. Не решай за меня. Сначала со своими проблемами разберись. Нужно побороться. Не мешайте, у нас тренировка. А в чем проблема? Я его брат, я его семья. Проблема в тебе. Ты сумасшедший! Драться здесь должен я, а не ты! Не ты! И не ты! Марк Уолберг, номинант на премию «Оскар». Это мой шанс побороться за титул! Второго не будет! Кристиан Бейл. У Микки есть шанс сделать то, чего я не смог. И ты нужна ему. Эми Адамс, номинант на премию «Оскар». Хорошо, увидимся в углу ринга. Это твой шанс. Я свой упустил. Не повтори мою ошибку. Ты Микки Уорд. Ты Микки Уорд. Боец.